четверг ильичевским пожарным удалось спасти от полного уничтожения частный дом, расположенный в садовом обществе «Волна» на 6-й линии. В 13:45 на пункт связи СГПЧ-17 от жительницы частного дома поступило сообщение о пожаре. Позвонила в пожарную и попала и в Овидиополе, и Ильичевская, Одесса, я так поняла. Спасибо ребятам, что приехали, быстро среагировали и потушили. Сгорела то, что сгорело, выгорело, слава богу, только одна комната. И на том спасибо. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электроприборами. Ставил электрообогреватель, все. С утра встал, забыл выключить с ночи. Спустился, поделали дела свои. В настоящее время резонансный пожар в садовом обществе «Волна» на 6-й линии ликвидирован. Проводим проливку водой и разбор конструкции. То есть подразделение работало в аппаратах на сжатом воздухе. Уважаемые жители, пожалуйста, смотрите за своими электроприборами, не оставляйте, чтобы не было горения. Благодаря слаженной работе пожарной команды огонь удалось вовремя потушить. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.